Друзья мои, в этом выпуске я вам расскажу, что не нужно делать по приезду в Турцию своим ходом. Также мы с вами погуляем, и я покажу вам, какая аномалия у нас здесь на днях случилась и как быстро она рассосалась. Не буду затягивать, погнали. Время 9 вечера, друзья. Я хочу вам показать, как у нас залило балкон. Я постараюсь выйти и покажу вам улицу. Просто все в воде. Целый день идет тропический дождь. Гляньте, что творится. По улицам просто невозможно ходить. Все затоплено. Это сама улица. Все в воде. Машины плывут. Просто же скач. И он даже не собирается останавливаться, это дождь. Жесть. Вон. Портер поплыл. Жесть. Я не знаю, что будет за ночь, но ночью будет продолжать идти дождь. О, пошел в гидроудар. Зачем так ехать? Вообще, по прогнозу, короче, всю ночь будет идти дождь. Я не знаю, чем это закончится. Завтра утром, конечно, посмотрим. Байкеры ездят, им, походу, вообще все равно. О, еще поплыла машина. Так, я надеюсь, вам видно. Но у нас вон там вот, видите, полностью все в воде. Там воды, я не знаю, по колено. Это выходить из подъезда. Как выходить из подъезда, я вообще не представляю. Но завтра с утра попробую это сделать. У нас сегодня в Турции нелетная погода. Мы вышли прогуляться, дойти до сквера, до детской площадки. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Сегодня интереснейший денечек, потому что так совпало, что сегодня Мирончику у нас 3 месяца. Нашему маленькому путешественнику. И еще сегодня день мам. Все мамы, кто смотрит наш канал, конечно, поздравляю. И учитывая, что мы далеко, но с наших мам мы тоже поздравляем. Настенька с утра уже позвонила своей маме, поздравила, отправила денежку на тортик. А я сейчас зашел на сайт магазинчика, сейчас быстренько сделаю доставочку, оформлю, оплачу цветочки, и сегодня к вечеру уже маме будет сделана доставка цветов. Я нахожусь уже на территории детской площадки. Здесь вот почти, знаете, можно сказать, в каждом дворе, если это можно назвать двором, есть вот такой вот сквер с травкой, скамеечки, деревья, высадка и вот такие вот детские площадочки. Они плюс-минус все одинаковые, стоят урна, заборчик, очень ярко, аккуратненько. Даже висит, видите, смотрите, флаг Турции, прикольно. Есть горки, вон, видите, детвора уже все побежала бегать. Единственное, что я говорю, у нас лил дождь вчера весь день, всю ночь, прям такой мощный, тропический. Смотри, смотри, лужа, Артем, Родион. И, естественно, понаставлял следы, от которых, конечно, дискомфорта. Здесь еще помимо площадки есть спортивные штуковины, на которых, вот видите, девчонка катается там на велосипеде. Есть столики, где можно устроить пикник. Турки пикники любят, поэтому они очень часто отдыхают. Здесь очень много пикниковых зон. Дерево обломанное. Это вот как раз последствия дождя, который сегодня был. Видите, все в лужах, не совсем, конечно, комфортно будет с детками гулять. Наверное, сейчас все они вымочатся, и мы пойдем домой. Почему я зацикливаюсь именно на теме такой, как своим ходом? Потому что, когда вы едете, все включено, вы прилетели, вас встретили, посадили в автобус, доставили, и все, и вы там наслаждаетесь отдыхом, ходите кушать и так далее и тому подобное. То есть у вас все включено, вам не нужно заморачиваться, о чем я вам сейчас буду рассказывать. А вот когда вы едете своим ходом, вы приземляетесь, и тут сразу куча-куча-куча вопросов, с которыми мы столкнулись. Поэтому будем разбираться сегодня, что не нужно делать по прилету в Турцию именно своим ходом. Итак, первое, что не нужно делать по прилету в Турцию своим ходом, это, друзья, менять деньги на местную лиру. Объясняю, почему. Во-первых, в аэропорту курс завышенный. То есть вы проиграете приличную сумму. Плюс там меняют от 200 долларов, если вы с долларами. Также аналогично с евро, если вы приезжаете с евро. Рубли вам, естественно, там никто менять на лиру не будет. Поэтому лучше приедьте, заселитесь, отправьтесь в магазин Мигрос. Там, в принципе, можно поменять. В
целом лучше просто с банкомата снять, у вас там будет небольшая комиссия, но поменяете вы российские свои рубли, которые у вас есть на карте, по нормальному курсу и будете непосредственно пользоваться. Но если, говорю, не втерпешь, в Мигрос сходили, купили, например, за доллары, мы просто когда сюда ехали, мы везли с собой 100 долларов, вот их поменяли, и до сих пор они у меня лежат, мы только за такси, по-моему, рассчитались, и один раз я в магазине Мигрос там на 6 долларов купил, мне 4 доллара как бы дали местной лирой, вот. Поэтому лучше сделайте так. Я вообще сегодня думал, что Анталию зальет. Очень сильно шел дождь, вот прям столбом тропический на протяжении всей ночи. Я вам показывал в начале выпуска. И я думал, что утром куплю себе резиновые сапоги, куплю себе этот, как его, непромокайку, и пойду для вас поснимаю, что случилось с Анталией. А в итоге как-то нет, все очень быстро высохло, асфальт почти сухой, есть только незначительные лужи, и по сути нет никаких последствий, кроме вот немножко обломанного дерева. Вот насколько же стала жизнь проще с появлением интернета, что ты можешь просто зайти на сайт, тебе вот так вот скинули, значит, варианты цветов, которые есть, что они могут собрать, и вот ссылку отправил, оплачиваете, перейду заказ флористу. Вот красота, соответственно, заходим по ссылочке, сейчас оплачу, и все, и цветочки уедут маме. Я надеюсь, ей будет очень приятно. Мы, когда были еще в России, я очень много читал, изучал моменты, и по поводу сим-карты, так как мне, в принципе, ну, желательно быть на связи на российской сим-карте, я начал этот вопрос изучать. И в итоге там было написано много информации, вплоть до того, что, типа, купить сим-карту можно, выходишь из аэропорта и сразу покупаешь сим-карту. Я только подумал, ну ладно, окей. Мы приземлились, и я, естественно, сразу пошел покупать местную сим-карту, потому что нам нужно было связаться с хозяином, нужно было понять, куда нам ехать и так далее и тому подобное. И мы подходим, значит, к ларьку, там, где сим-карта, спрашиваем цену, а цена завышенная. Она настолько большая, почти 4000 за 20 гигов, сколько там минут. Короче, тариф, ну вы просто даже сами так вдумайтесь, почти 4000. Это ни в какие ворота не лезет, поэтому мы плюнули, нам там помогли. Раздали нам Wi-Fi, и мы, короче, решили вопрос и поняли, куда ехать. Посмотрите выпуск, я оставлю в описании, как мы с этим справлялись. А уже потом мы разговаривали, значит, с хозяином квартиры, который, да, нам, соответственно, сдал. И он нам мне показал картинку, к какому оператору нужно обратиться и купить выгодно сим-карту. Но скажу сразу, мы до сих пор не купили, нет необходимости, потому что мы куда-то ходим, гуляем, потом приходим домой и все это загружаем через Wi-Fi. Собственно, пока нет такой необходимости, мы здесь уже полмесяца и вот как-то еще до сих пор не взяли. Но, в принципе, по ценам примерно стоит 200 лир сим-карта на 20 гигов здесь местно. Это в два раза дешевле, если мы бы приобрели сим-карту в аэропорту. Поэтому этот момент, конечно, вы тоже учитываете. Не стоит решать вопрос со связью в аэропорту. Переплата будет, ну, сами поняли, уже колоссальная. Ну, собственно, что и требовалось ожидать. Вот она лужа, Родион туда полностью ногами наступил. Задницей сел, стой, да, я вообще, ну капец, просто капец. Давай тоже в лужу, Артем, в это. И, конечно, немаловажный такой момент, это трансфер, то есть как вы доберетесь до своего нового жилья с аэропорта. Там, когда выходишь, там к тебе начинают подбегать местные и предлагать свои услуги. Нам зарядили 25 долларов. В перевод на рубли будет, вот, проехать считанные 8 километров. Ну, я считаю, это завышенная цена, естественно, я что-то его послушал. Нифига себе, думаю, 25 долларов, быстро перемножил, думаю, не-не-не, это дохрена. И пойдем мы сейчас возьмем такси. Когда мы были в России, я тоже узнавал и читал, и там сразу люди советовали, что если вы приезжаете, просто берите такси, они там едут по счетчику и так далее, и тому подобное. В итоге мы просто прошли там какие-то 150 метров, там много таксистов, желтые именно машины, здесь все это дело с такси официально. Единственное, что мы не ехали по счетчику, мы договорились на сумму в 15 долларов. 15 долларов это уже, ну, более-менее умеренная цена доехать с аэропорта до квартиры. Можно доехать было меньше, но нужно было разговаривать за счетчик. Я знаю, что люди примерно столько же километров, да, там доллары спокойно доезжают от аэропорта буквально за 8. То есть мы, в принципе, по сути, мы переплатили. Поэтому вам как совет, вы когда приземлитесь, то просто берете, идете в такси,
и непосредственно уже договаривайтесь за счетчик, будет однозначно дешевле. Если вы, например, живете, выбрали квартиру на другой стороне Анталии, то просто можно там сесть на трамвай как-то, или электричка это называется у них, там же прям с аэропорта идет, покупаете транспортную карту, и все, и вперед. Так, мамуля звонит, наверное, цветочки привезли. Да. Твоя работа. Ага. Вот теперь с праздником. Вот теперь уже с праздником, это точно. С праздником, бабушка, мамочка. Пожалуйста. А вот они, видимо, не догадались в этом году сделать. Какой, а что за почерк? Спасибо, пожалуйста, Оль. Ролик маленький, вот спасибо. Шикарно, друзья. Неважно, какое расстояние отделяет меня и маму, я всегда могу порадовать благодаря интернету. Берите себе на заметку, неважно, где вы находитесь, неважно, какое расстояние, интернет, зашли, заказали и порадовали. Вроде бы, казалось бы, какая-нибудь мелочь, а как ей было приятно. Это все-таки день матери, и... Тут приехал букетик, и это прям великолепно. Подводя итоги, зафиксируем давайте. Значит, по прилету своим ходом в Турцию не нужно в аэропорту покупать сим-карту, не нужно сразу брать первый попавшийся трансфер и не нужно менять в аэропорту деньги. Вот основные три момента, которыми я очень хотел с вами поделиться. Не нужно этого делать, друзья, в аэропорту, дабы не переплачивать. И потом, когда вы в попыхах такие шик-шик уже все приехали, такие сели и думаете, ничего себе, вот это мы переплатили. Мои советы, я надеюсь, будут полезны. Делайте репосты в свои социальные сети данному видеоролику. Я надеюсь на вашу поддержку. Ставьте лайки, пишите комментарии. Возможно, я что-то забыл или что-то упустил. Но, на мой взгляд, это три основные пункта. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока!